О! 24 января 2024 год. Ну, ветер не выберу. Сатурн садится за горизонт. Ну, попробуем сейчас. Резкостью поиграться. Поигрались, да? Наигрались выше крыши. О, вот он. Ну ладно, ребят, не будем над собой издеваться. Пошли посмотрим. Юпитер и Луну. Поднимем. Опа, вот так вот. Давай на Луну сначала. Или нет? Самое вкусное оставим на потом. Самое легкое. А сейчас пока понапрягаемся в раскорячку. МКС снял? Снял. Международная космическая станция. Все уже. Миссия выполнена, можно сказать. Так. Дальше уже приятные бонусы. Так, все, я ничего не трогаю, но ветер довольно сильный, зараза. Куда что убежал? Ну, морозно еще. Вон Калиста справа. В углу спрятался. Ну, сильный ветер, что я сделал, ничего не сделал. О-хо-хо. Это я уже штатив зацепил. Мой косяк. Не хочется его на максимум. Уменьшаю выдержку. Даже экваториальные полосы видно, да? Плохенько, но что есть. Ладно, пошли к Луне. Тут и так. Завтра полнолуние, 24 января. Год. Сейчас, сегодня. Ну, видно уже, да, что полнолуние не за горами. Да, надо будет штатив посерьезнее купить. Этот уже не вытягивает моих потребностей. С другой стороны, я в армии, что с ним случится уже, бог с ним, не жалко. Выкинул да забыл. Что-то серьезное сюда покупать
Ладно, наверное, вот так. Сейчас это у меня ISO 800. Сейчас я себе ISO 100 сделаю и сделаю одним кадром. Первый дубль у меня тоже был на Луне посвящен. Тогда были облачка, сейчас вроде облачка разошлись. Хотя бы частично, да и ветер поменьше. 24 января 2024 год, Запорожская область.